и в тебя нельзя не влюбиться. Мой город Киев, моя столица. Всех витаю. Мы снимаем видео, как засаливать огурцы, консервировать. А сейчас Таня покажет, как нужно заквашивать огурцы. Заквашивать. Да. Ты любишь на кей, бо я бы себе накрасила миллиметры. Да. Что ты делаешь, когда что-то бросаешь? Листки хрена положила. Хрен. Таня, укроп и... Перец. А перца сколько ты кладешь? Да, сколько попало. Да? А сколько попало? Может быть, 5-6 зернин. Так, дальше. Теперь накладай огурки. Давай. Все, либо ты накладай. Ага. Здесь уже мы ложим больше. Да, это просто надо остановить, хай будет все маленькие. Это будет Любина работа. Будет она заквашивать. А еще укроп будешь докладывать, да? Хорошо. Хотя у нас тоже уже дома в Киеве Тамара наквасила. Нам потрібно вкинути 2 столовых ложки соли. Давай. Ну там она злится. Мы коллективно, да, тут Юля освободилась, Юля делает. Так, 2. С горкой, да? Да, да. Видишь, как я огурцы напыхала. Да. Что аж даже соль не входит. Угу. Все. Значит, у нас хрен, соль и укроп. А и чеснок перец не горошком. А, и перец горошком. А чеснок не надо сюда? Не надо. А, понятно. Мам, сюда чеснок не надо? Не надо. Хорошо. О, какие облака красивые. Мам, а ты ничего, что... Мы сегодня 2 аспиранта, Юля и Люба, у Тани. Таня нам что сказала? Залить водой. Да, холодной. Холодной. Сейчас будем заливать. Вот, даже написано «Таня» на кружке. Чтобы знали. Ничего, она расстанет, иди побовтать, крышку и закрыть. Такой измерение. Полностью заливаем полностью, да? Да-да-да, холодной водой и в погреб. Да, капроновой крышечкой накрыли. Добре. И в погреб. И так вот, теперь поколоти банку взяла. Вот так. Давай. Ходи. На, давай ты. Давай, Таня. Ого. Это чтобы аж на дно, да, соль пошла? Чтобы все растало. Угу. Что? Кто ее? Гараче и того хлопає. Кто дивився товаром? Я лапала. Да, что я лапала? Все найду. Промила руку, та й гараче. Что вы принесли? Хрен. Хрен? Я зараз помию. А что, листья? Лучше листья ложить? Или... А что это? Покажите мне. Хрен, корень. А, корень нужен. Корень, да, ага, сам корень нужен. Лучше даже вместо листьев. Да. Корень. Не важен. Так, воно не плеснее. Ага. А так воно плеснее. Угу. По мама не чистит хрен. Говорит, что корень хрена лучше ложить в банке, чем листья. Потому что если листья положить, то он начинает закисляться. Вот почистили, помыли, да? Да. И теперь 2 коренчика. Не надо лизать. Вот такими кусочками. Угу. А ничего, что мы уже эти листья положили? Ну, уже да тут да я сюда денем. Он уже так и будет. Хорошо. Угу. Я хочу, чтобы стромить, как вы так же знаете. Ага, плотно. Я ж так старалась, забила. Вот, и теперь заливаем воду. Мы уже соль сюда, Юля положила соль в эту банку, да. Укроп, перец, и сейчас еще раз водичкой. Юль, давай заливай. Папа, дивилась? На что? Не, не дивилась. Вы разболтали ее? Да, я все разболтала. Да, разболтали. Ну, еще побольше. Я не могу, хорошая. О, еще и крема крылья. Угу. Пробую, как крепша такая. Мама, занимайся физкультурой, набирайся мускули. Так, все. Да нет, ты погано. Давай, мама. Мускули накачивай. Вот у Тани, посмотрите, какие мускулы. Таня, покажи свои вот так, мускулы покажи.
готова. И погреб, Юля, заносит в погреб. Несет в лёг в погреб. Ставим погреб. Ставим в погреб. О, все, отлично. Мы хозяйки. Вареники с вишней. Покажи, Юля. У меня такое ощущение, что Мария Семеновна с Таней решили нас откормить, как на ферме. Они не могут найти человека, которого бы сильно откормить. Поймали нас и кормят с утра до вечера. Я вообще удивляюсь, почему ты до сих пор не поправилась. Как они тебя кормят тоже. Да. Давай это попробуем, давай это попробуем. О, теперь смотри. Это у нас киселица. Это у нас вареники с вишнями. А это мы ели буквально час назад. О, еще одни вареники. Таня, говорю, такое ощущение, что вы... это, ты под дождь попала, да? Ага. Такое ощущение, что вы нас поймали с Юлей вдвоем, с Марией Семеновной, и решили, пока не откорм, не выпустим. Хорошо, что я завтра уезжаю. Смотри, вот это шкварочки, свежина, котлету ели, картошку ели, буквально час назад. Мария Семеновна вот так вот стоит над нами. Ешь ты. С утра до вечера. Ешь ты. Я съем цього пиріжка. Ти пока хашенька не робиш. Люба, вареники. Це українські вареники. Вареники. Дуже з вишнями? З вишнями. Люба, як взяти маленького зробити, то не можеш їсти одне тісто. Ягода витече все. А так я можу... А це одні ягоди. А тісто викинути і ягоду з'їсти. Да, с Юлей нас поймали здесь. Вкуснятина. Все, едим, конечно. Должен какой-то перерыв быть, хотя бы час между едой. А это еще кисель. Еще кисель. А ну давай посмотрим. Какой там такой великий, давай. Аккуратно бы. О, представляете? Ой, Таня, убери-ка вот этот кисель. Этого. О, одного из них. Вот такой, представляешь? Сейчас я ее вкусну, посмотрю, что там внутри. А ты говоришь, чтобы не брезнуло. Угу. О, какой вареник огроменный. С вишенками. Угу. Вот это настоящие украинские вареники. Сок аж течет. Сколько вишен. Ой-ой-ой. 16 число сегодня. Сегодня дождь такой прошел. Смотрите, по огороду ходит аист. Весь мокрый-мокрый. Что сушит перья, видимо, стоит. Вот. Поближе подпустят к себе или нет, интересно. А здесь курицы ходят. О, петушок. Золотой гребешок. Шелковая бородка. Сегодня вообще-то мы должны были поехать на пашню и поснимать, как комбайны собирают пшеницу. 4 комбайна должны были убирать пшеницу. Но так как пошел дождь, они все поехали на базу. Что ж там он ест, интересно? Жучки. А второй где, интересно, аист? О, петухи зато поют. Петухи. Да. А мы целый день сегодня. Ни картошку свежую, так вареники. Не вареники, так котлеты. Дождь идет, что делать? Мария Семеновна нам только носит на кухне и заставляет кушать. А сейчас посмотрите, как хорошо после дождя. Кукуруза здесь.
свинья хрюкает. А дружок сидит, караулит. А яблоки. Ой, поражают. Сколько их много. Кохия называется вот это растение. Или еще веник. Его используют как веник. Таня, а что это у вас кохия заросла вся с кабачками или тыквой? Ну, кохия называется растение. Картошечка бабы Олина. А Юля он мне яблочко. Подружка Таня не думает о Любе. А Юлечка подумала, принесла мне яблочко такое. Белый налив. Ага, понятно. Ой, смотрите, никуда не убегает даже. Сидит, не боится ничего. Угу. Какое. Трава мокрая. Да. Иди по траве. Вон Таня уже яблоки нарвала. О, хорош у чужих в огороде лазить. Проходим дом соседки. Что? Малины? Таня, что ты чужой огород, куда ты залезла? Еще слышишь, залезла в чужой огород. Еще и пригощает. Иди сюда, говорит. О, Таня, подожди, тут аисты. А я думала, это отсюда аисты. Смотрите, какой дом у соседки. А вот аисты с аистятами. Трое, да? Ага, даже и не боятся. И не шелохнутся. Сидят себе, свысока на всех смотрят. Да. Таня, а сколько у них? Трое. Трое? Три маленьких аистенка? Ты мне бы так и бери. На. О, спасибо. На, только подруга яблоку не дает. Благодарю. Две кубики. Таня, что это как называется? Папировка белая. Папировка белая. А я где гладилась? Две. Обычно гладилась и цветочек. Мы сейчас рассмотрим у соседки, что там. Я в школу иду. На подвере. Не да, в хате, мабуть. Ну, я дури хотя ее. Ну да. Малину у нее сорвали. Посадила баба Лида. А вот это чьи огороды вот это? Лида? Огороды Лиды, соседки. Что сегодня нам огурцы давала? О, у них собака ж, наверное, есть. О, у них растет физостегия, смотри. Что? Физостегия. Физостегия. Да, вот эти цветочки называются физостегия. Когда тут мама говорит, там нет, называется такая гарная. А мама говорит, я что знаю, и говорит, тетю бы сюда. Это и белое яблоко, а это и червоное. С одной стороны белое, а с другой стороны красное. Действительно. Может, кто-то прищипнул здесь? Ну, смотри, на земле валяй. Не, мам, ты не поняла, они краснеют. Вони бачиш, білі, ось це бачиш, полоски білі, і вони красніти починають. Угу. Покушай лучше, как вот цього. Да? Как папировка. Давай. Вот одна яблоня. Вот груша. Кстати, очень много груш на ней. Вон, дичка называется. Сейчас покажу. Если бы видно, вот груши. Вот еще яблоня. Вот яблоня. Там яблоня. Сколько яблок, бери не хочу, и все же пропадает. Угу. А мы идем гулять по этим ярам. Птички там стрижи, что ли, устроили вот такие вот гнезда.
Здесь даже датура растет, дурман. Посмотрите, диким образом люди их специально садят у себя в садах. А здесь датура растет в диком виде. Здесь село как на ладони. Вон даже трактор виден. Комбайны убрали уже урожай пшеницы. Смолотили. Да. И село впереди. Конечно, пшеницей было бы красивше. За село вышли мы. Погода после дождя такая хорошая. Свежо все кругом. Изумрудная зелень. Дышится так легко. Ой. Ух ты, и птицы. Я закрыла, такие гарные тони закрытые. Ну, як же завтра. Це ж так сьогодні з цим, з цією молодьбою та нічого не робили. І не молотили. І не молотили, і комбайна не справили. Сусідка малину предлагає. Поїсти. Тільки бери, їж, скільки хочеш. Ох, уже і сусіди у вас, Тані, хороші. Бери, не хочу, мама, все їсть. Всех загнали, живность. Сейчас помоем ноги, потому что гуляли, ноги запачкали. И сейчас пойдем уже домой. Будем с Таней разговаривать. Беседовать. Не хочется домой заходить. Киселицу не хочу. Опять киселица. Хорошо, баба Маня не слышит. А то бы сейчас начала мне вареньки предлагать. Накормили, напоили. Надышалась я воздухом. Напиталась энергией. Теперь позитивной. Теперь поеду в Киев. Наш прекрасный, шумный Киев. Все, всем пока-пока. Чай закипел? Да, сейчас. Юля, пока-пока, скажи. Thank you.